В настоящее время у нас находится два человека. Один из них находится в состоянии крайней тяжести, и пациента у него состояние тяжелое. Нам удалось несколько стабилизировать состояние этих пациентов, хотя оно, в общем-то, остается тяжелым. Даже эти пациенты находятся в отделении интенсивной терапии и реанимации. Получают все необходимое лечение. Здесь характер травм также комбинирован. Есть ожоги, повреждения и повреждения костей скелета. Не превалирует даже. Пациентка, которая в состоянии тяжелое, ее родственники посещаются, они общаются. Родственники другого пациента, они тоже к нам приезжали, общаются с коллегами, докторами, им разъяснено состояние, что происходит, что делается, какие планы.